И сейчас полезли. Ну-ка. О, нет! Всем хай! С вами Южин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру A Difficult Game About Climbing. Мы тут будем с вами карабкаться сейчас. Можем ли мы? Мы можем тут карабкаться. У нас с вами новый чекпоинт. Мы забрались достаточно высоко. О, тут очень гладенькая колонна, а вот здесь шершавая, поэтому мы можем тут схватиться. Что-то начались какие-то звуки. Звуки каких-то... А, там же колеса были, да, вот что за механизмы. Окей. Не знаю, как здесь нам, конечно, карабкаться, но что-то придется придумать. Точно нет. Значит, смотрите, мы можем... Не, мы здесь вряд ли сможем дотянуться вот так вот. А что если прям... Хоп, хоп. Нет, это все не так легко, как я думал. Не хитрожоп, Евгений, у тебя все равно не получится. Смотрите, значит, мы делаем вот так. Блин, это будет трудно. Хорошо, но как же нам раскачаться так, чтобы быть максимально летучими? Оп. Пока что мы плавучие, как кусок дерьма. Это неправильно. Слушайте, а нормально сейчас было. Надо просто не бояться. Не бояться раскачиваться. Раскачиваемся так, как никогда. Значит, смотрите, вот так, 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 так. И еще больше. И еще больше. Оп! Хорошо. И правда ты сделал? Прикиньте. Можем здесь, да? Можем. Можем. Very good. Стоп, здесь главное правильно цепляться. Чтобы, не дай бог. Чтобы, не дай бог, не всрать весь прогресс. Отлично, отлично, отлично. Так, здесь нужно зацепиться. Тихо, тихо, держимся. Ой, перескачем сейчас. Ой, я понял, что это проблема. Это большая проблема для меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О боже, я что, опять вернулся в школу? Я же уже закончил ее давно. Ошибаешься, Евгений. Ты думал, что закончил, но на самом деле по каким-то причинам не доучился. Не доучился? Да, годика так два. Но ведь прошло уже 20 лет. Разве так бывает, что ты уверен, что доучился, а на самом деле нет? Видать, бывает. Да, да, не сомневайся, даже все очень реалистично. А нет, как все это нервозно. Скажите, учитель, а я без штанов? Конечно, в штанах. С чего-то вообще... Неважно. Ладно. Я постараюсь ответственно подойти к обучению, и за два годика я подготовлюсь, и экзамен начинается. Что? Так быстро? Да, я еще присмотрелся, ты все-таки без штанов. Черт, первый вопрос. О, нет. Итак, в каком году построена Эйфелева башня? Бесполезно, я не силен в химии. Осталось 3 секунды. Как же поступить? 10 секунд. Блин, времени все меньше, я пропал. Стоп. Точно, у меня есть приложение Яндекс с Алисой. Что ты делаешь? Я могу вбить этот вопрос в поиск, и нейросеть Яндекс.GPT найдет самый релевантный ответ в разделе «Быстрые ответы». В 1889-м. Нет, я тоже без штанов. Следующий раунд, тест Роршаха. Что ты видишь на этой картинке? А, интересно, что увидит умная камера? Да тут не просто готовый ответ, но еще и все этапы решения подробно показаны. Устраивает такой ответ? Будь ты проклят! Третий раунд, откуда этот кадр? Здесь мне поможет поиск по фото. Губка Боб, квадратные штаны. А, спасибо. За экзамен ты получаешь 5. Ура! Не ты, а приложение Яндекс с Алисой. Справедливо. Ты же будешь учиться еще 10 лет, черт! А пока давай вместе смотреть мультик. Давайте. Почему он без штанов? Черт, видать, головой приложился. Даже какой-то сон успел увидеть. Не помню, о чем он. Ладно, неважно, мне надо взбираться на гору. Ладно. Я не стал паниковать, вы не стали паниковать, и поэтому... Проблема не случилась. Потеря не так велика. Давайте так. Оп! Нет, ну что-то говно полное. Давай, давай, давай. Эп, 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 эп. Ну давай. Короче, я понял всю суть. Я озвучивал на самом деле суть еще в первом видосе по этой игре. Если вы не видели, можете посмотреть вот здесь тут. Нужно направлять мышку в сторону прыжка, а не раскручивать себя вот так. Потому что это все какая-то ерунда. Нужно только направлять. Потому что когда я раскручиваю себя, видите, что получается? Я себя раскручиваю. Эта игра дает мне еще один повод ненавидеть бани. То есть раньше, в детстве, когда я ходил в бане, я был очень маленький. Соответственно, я всем был по пояс. Не самое приятное зрелище. Получается нечто неловкое. Как и с этим мужиком. Ты че выпендриваешься? Ты плохой скалолаз. Ну, почти схватился. Ну, господи, я не рассчитывал так много времени тратить здесь в самом начале. Я хотел чисто за 15 минут видос записать и пойти в баню нормально. Да почему? Я просто не понимаю, ну что я делаю, как я делаю, почему неправильно. Я стараюсь. Может быть, перестать стараться? Давай, все, я не стараюсь. Вот так, хоп.
Рано, рано ты бесишь, Евгений. Давай просто по-нормальному сделаешь и все. Не так! Я не сдаюсь. Евгений не сдается. А Юджин сдается. Он уже на грани. Ну, пожалуйста, поверь ты уже в себя. Да как, почему он не зацепился? Потому что я не ту кнопку жал. Надо было правую жать, так хорошо было. Так хорошо себя запульнул. Ну, давай. Есть в этом что-то болючее. Вот в этом созерцании провала, который повторяется из раза в раз. И причем я точно знаю, что виноват не я. Это этот криворукий чел. Ты посмотри, какие у тебя ноги накачаны. Ты почему ими не пользуешься? Ты для чего их качал? Чтобы вот так вот потом наступать на мою гордость? Чтобы растаптывать ее у всех на глазах? Да я... Парасете... Вот! Сообразил, понял, я понял. Я понял, что я должен делать. А-а-а! Тихо. Держишься, умница. Я понял, как это работает теперь. Кажется... Кажется, проблем больше быть не должно. Только разве что вот здесь. Цепляйся. Стоп, нужно заменить руки. Оп! Нет! Нет! Нет, выше! Вот, 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 все! Все, все, все! Нет! 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 Выше! Умница! Цепля! Выше! Нет! А! Все, аккуратней! Стой, стой, стой! Отдохни чуток! Ты здесь в безопасности, наверное. Есть! Ай, молодец, умница моя! Куда теперь? За болт! Умничка! Вот сюда! О-о-о. Стоп, 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 стоп! Главное тут не запутаться в руках. А? Ой, как! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Но, я, кажется, сказал, что я понял. А значит, я понял. Теперь проблем никаких не будет. Видали, с первого раза проблем не было. Не было проблем, как я и обещал. Главное теперь пообещать себе, что и тут проблем тоже не будет. Оп! Значит, зацепился. Оп! Вот, вот. Ну, конечно же, не будет проблем. Это же Евгений, он профессиональный, профессиональный. Вот, он профессиональный, да. Это... Черт. Ладно, здесь поторопился, но это не меняет того факта, что я профессионал. Я специально упал, чтобы отточить этот прыжок. Я его отточил. Слушай, внезапно мой мозг понял. Я чувствую, как апдейт скачался в голову только что. От! Не надо так делать. Не торопись, пожалуйста! Ни к чему эта спешка! А, нет! Ты сказал, не торопись, упырь! Начинай нормально раскачаться, а потом выкидываем себя. Да! Да, но нет. Это как хорошо, Вась, что ты знаешь теорию. Молодец, умница. Но на практике ты дерьма кусок. Вот и я сейчас себя так же ощущаю. Не хочу. Не хочу позориться. Я же... Ну почему теперь я забыл, как все делается? Я отрежу тебе пальцы. Я отрежу тебе пальцы, если ты сейчас... Я себе пальчик отрежу. Чувствую, как ты галимо, я отпускаю руку. Я галимо не вовремя отпускаю руку. Мне нужно это делать вовремя. Значит, вот. Вот! Спасибо! Спасибо! Наконец-то! Вот тут вот действуем принципиально хорошо. Вот так. Вытягиваем. Зацепился. Ладно, 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 ладно. Вот так. Аккуратней. И вот здесь придется очень осторожным быть. Во-первых, я не знаю, куда мне там дальше. Поэтому вот делаем так. Надо переместиться сюда, потому что оно очень быстро крутится. Очень быстро. Есть! Нет! Я не готов! Я не готов! Да дай мне подготовиться! Стоп, на серединку, вот, дабы подготовиться получше. Вот так. Так. Всрал. Всрал свой шанс, готовимся. Вот за эту нижнюю беремся. Вот так, вот, перехватился. Есть! Грузила! Схватила меня. О, я ее схватил, точнее. Хорошо, вот здесь. О-о-о. Он хочет, чтобы я прыгнул, прикиньте. Ладно. Игра, ну брось уже! От! Я уж думал, эти двигающиеся штуки, за которые мы цепляемся, никогда не прекратятся. Мы прошли.
Мы прошли, с этим стрессом было, конечно. Теперь-то что ты от меня хочешь? Неужто ли вот сюда? Пожалуйста, держись. Умница. Чувствую, что умиротворенная атмосфера началась. Могу я здесь зацепиться? Могу. Могу. Окей. Что это за звуки? Стройка идет? Ой! Вот это опасно. Он хочет, чтобы я прыгал. Да пожалуйста! Да! Ладно. Ладно. Это не потеря. Это даже не потеря. Тут даже переживать не из-за чего. Окей? Very good. Отсюда мы не упадем. Вообще ноль шансов. Ноль шансов. Выбрасываем себя. Отлично. Выбросили как мусор. Вот так. Погодите. Неужто и правда ты хочешь меня вот сюда? А-а-а, вот здесь. Вот здесь получше можно зацепиться. Ага. Слушайте, куда-то мы высоко ползем, как будто это уже и предел. Может, игра закончится сейчас? Чух-чух-чух-чух. О! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, но нет. Каждый раз это скольжение. Я не знаю, к чему оно приведет меня. К погибели или к спасению. Мы можем себя здесь затормозить, если вдруг что. Мы можем. А значит, нечего бояться. Надо просто действовать уже. Давай еще разок, пожалуйста. Есть! Ага. Футболки висят. Наконец-то я за ними полз все это время. Я просто бомж, который хочет приодеться. Мой час настал. Я выбираю тебя, футболка. Ой, еще и трусы есть нормальные. Вот это счастье. Стоп, мне не нравится, как это потрясывается. Мне это не нравится. Почему ты не одеваешь футболку? Ты что, достоинства не хочешь себе? Хоть какого-нибудь достоинства себе не хочешь, нет? Видать, нет. Ладно, или ты за платьем тянешься. Не надо. Так. Так. О, нет. Плавки. Отвратительно. Ненавижу плавки. Тихо. Я не представляю, что ты от меня хочешь. Как я должен это делать? Нет, это же бесполезно. Нет. В баню, иди в баню. Чёртовы плавки. Я же говорю, что я их ненавижу. Они испортили мне жизнь. Испортили прогресс. Опа, смотрите, есть пробел. Меня этому не обучили. Пробел заставляет тебя подтянуться, как самый сильный человек на свете. То есть это как? Типа вот так, о, или что? Только вверх, он только вверх заставляет тянуться. Видите, он даже заставляет тебя держаться. Это очень удобно, когда ты пробел жмешь. Посмотрите, оп, и я уже наверху. Стоп, пока еще рано. Пока еще рано идти наверх. Так, поменяли руки. Все нормально, нормально. Вот так. Тихо. Тихо. Пальчики цепкие, мы помним это. Евгений, мальчик, цепкий пальчик. Эй, погодите. Да, пробел, пробелом. Используем пробел, и тогда мы цепляемся. Пожалуйста. Нет. Вот так я превращаюсь в морское чудовище. Все, надо просто не стесняться и выбрасывать мышку прямо по направлению того места, где ты хочешь зацепиться. Эй, эй, вот. Вот так. Оп! Ха-ха. Нормально, нормально. Получается. Вот сейчас не получается. Выбрасываем руку вверх. Вот так. Вот так. Тихо. Нормальненько. Выбрасываем. Вот. Значит, вот здесь. Так, так, так. Так, так, так. Так, блин. Черт меня дери! В смысле меня дери? Я-то здесь вообще ни при чем. Это ты виноват. Давай договоримся, что больше мы не делаем дерьма какого-то. Никакой самодеятельности. Только профессиональные движения. Понятно? Умница. Я хочу наверх. Нет. Черт. Мне уже не хватает. Не хватает терпения. Вот так. Наверх. Черт. О, подтянулся. Красавчик, ухватился за шанс, не упустил, увидел и не упустил. Вот это чемпионский настрой, это я понимаю. Так держать, до самого конца, давай. Нет, что это? Зацепился, увидел шанс, не упустил. Давай, красава.
гордость за тебя переполняет. И немножко стыда, естественно. Эй! 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 Тебя что, в баньке распарило? Я не понимаю. Ты чё такой стал нецепкий? Ты чё такой стал вялый? Такой весь распаренный? Какой ты запаренный и скользкий. Слушай, как будто он не в бассейне, а в мыльном растворе. Мне сейчас пузыри из жопы начнешь пускать, сволочь. Давай нормально все делаем. Это что, протест? Я не понимаю, почему? Тут я что понял? Важную вещь. Как бы я не ругался на него, он меня не слышит. Вытянул ручку, аккуратненько взялся. Такое мягкое, элегантное рукопожатие словно было сейчас. Так и надо. Надо так. Только так. Хватайся и не болтайся просто так. Черт, какой нам нужно рукой хвататься? Вот это что ли? Нет, ну нет, нет. И вымочу, да короче, нормально получалось. Почему с первого раза всегда нормально? А потом занимаешься какой-то дичью. Ну по такой логике, все люди, которые годами тренируются, должны лажать. Мы должны смотреть не на профессиональный спорт, например, а на посмешище какое-нибудь. Или даже так, мы бы смотрели на спорт новичков, потому что у них бы у всех, так как это их первый раз, хорошо бы получалось. Вот это было бы зрелищная игра. Карьера длится один матч. Здесь мы должны просто схватиться и верить, что все получится. Все не получилось. Но получится хоть что-нибудь, давай. Давай. Выпад. Оп. Ладно. Но здесь и правда все легко. Тогда почему мне нелегко? Я не знаю, может быть, груз какой-то на душе. Может быть. Может быть, что-то не так. А как вот это сейчас? Так мы боремся с гневом внутри. Мы просто даем ему выйти. И становится легче. Я чувствую себя расслабленным теперь, как будто после баньки. Я полностью синхронизировался по состоянию эмоциональному со своим персонажем. Вот так. И все стало получаться. Только сомнения внутри. Вот что мешает тебе раскрыть свой потенциал полностью. Эй, ну-ка быстро потенциал раскрывай. Вот так. Вот так. Не, ну нормально. Вот так. И продолжая быть максимально расслабленным, мы смотрим, как у нас получится вот тут выступить сейчас. О! 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 Это было не выступление, а преступление. Тебя посадить надо в тюрьму за такое отвратительное карабканье. За эту отвратительную игру просто... Ты должен сесть надолго. Поскольку у тебя ноги не работающие, ты встанешь надолго. Ты встанешь пожизненно. Я специально для тебя закажу камеру. Камеру стоячую. Там будет микрофонная стойка в камере, барная стойка. И ты будешь стоять в специальной стойке. И там еще на телевизорной стойке будет непристойное кино. Вот что тебя ждет. Вот такую кару я приготовил. Пожалуйста. Ой, блин, да что тебя так мотает во все стороны? Что тебя так мотает? Его сейчас мотало покруче, чем трусы на ветру. Это уже даже не смешно. Люди смотрят, им прогресс нужен. Я не понимаю, как я сделал это в первый раз. Как я сделал это с первого раза. Оп! Есть! Ладно. Есть! Тихо, тихо, тихо! Уродство! Чертова грузила, она отъехала. Я правда задолбался уже. Я даже не играю. Я даже не играю на публику сейчас в выражении своих эмоций. Это чистое, чистое недоумение. Чистая печаль, тоска. Ну, в общем, вся палитра. Палитра жизненных эмоций. Но только вся та палитра, что в негативной стороне находится. Ничего веселого. Давай, направо, 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 направо. Да схватись ты. Знаешь, можешь не хвататься. Забей, просто упади. Просто уже упади, избавь нас всех от этого позорного зрелища. Я все-таки пошутил, не надо падать. Я не хочу, чтобы ты падал. Я это несерьезно сказал. На самом деле, возможно, мне просто не нужно раскачиваться. Я уже не знаю, что мне нужно. Я не знаю, что мне нужно. Да выше, выше, да выше. Сука, сука, сука. Да почему ты же не работаешь нормально? Что это за...
что это за цепочки такие? За что? О, наконец-то! Все, держимся, терпим. Нам нужно вот так. Сейчас, раскачаемся. Ах, хрена бы лысого. Нет, нам нужно вот так. Ага. О, нет, спасибо. Ой, есть! Ладно, ладно, ладно. Ага. Да, сейчас будет нормально, сейчас возьмемся. Главное не торопиться здесь. Нет! Нет времени злиться, нет времени раздражаться, нет времени грустить. Надо спасать положение. Не то чтобы мы большой прям прогресс спасаем, но все равно обидно. Вот. Этот шум шестеренок, он просто уже в голове. Мне такое ощущение, что я механический. Что это? Шестеренки, правда, ну вы сводите с ума, ну выключитесь. Как будто бы сила пробела, сила вот этой кнопки пробела, которая заставляет тебя ввысь взлететь, просто в два раза уменьшается, когда я нахожусь вот здесь, на крутящейся штуке. И я не понимаю, в чем прикол. Почему? Видите? Жму! Да какого хрена? Все, сейчас руки уже путаются, пальцы путаются, все путается. Хватит раскачиваться. Хватит раскачиваться. Это что сейчас было? Посмотрите! Вы посмотрите, как это работает! Никак не работает! Ну, пожалуйста! Жалкий ублюдок! Есть! Есть, есть, есть! 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 Не знаю как, но есть! Пожалуйста, все! Так, теперь мне нужно... Успеть схватиться так хорошо? Нет, не так. Так нехорошо было. Нет. Нижняя. Мне нужна нижняя. Вот. И вот так. О, нет. О, нет. О, нет. О, да. О, да. И вот тут вот. Выброс. Все надежды просто рушатся. Рушатся на глазах. Короче, важно проговорить это вслух. В этом месте нужно допускать минимальную раскачку своего тела. И тогда выпад будет сильнее. Давай, есть! Ага. Ага. А, нет, эта штука грузила чертова. Уехала. Цепляйся. Есть. Ну, наконец-то. Теперь. Есть. Все, мы прогресс испытываем сейчас, друзья. А, такой словил я прогресс сейчас внутри. Эй, ты что удумал мне? Чувствуете? Это настоящий прогресс. Мы очень близки к тому, чтобы снова оказаться внизу, потому что трусы впереди. Нет. Вот здесь надо просто... Найн, нет, стоп. Нельзя, чтобы Найн просыпался. Блин, что-то... Пальчик чуть-чуть забыл, потерял бдительность, забыл, что ему нужно держать себя. Держать кнопочку. Не смей забывать, пальчик. А, это значит, ты посчитал, что ты не зацепился. По его мнению, он не зацепился. Свое мнение при себе держи, понял? О, ладно, извини. Я не буду больше грубить тебя. Давай, есть, наконец-то, ну все. Ну все, дальше нервущиеся футболки. Такое ощущение, как будто они на морозе сейчас сушатся. Тогда я понимаю, почему такие твердые. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Спаси меня, платье, спасибо. Стоп! А может быть нужно вот здесь? О, это хорошая мысль. Стоп. Чуть-чуть пониже, я знаю, это рискованно, я знаю. Но еще рискованнее будет просто прыгнуть и довериться своему мастерству. Этому я не доверяю. Итак, раскачиваемся. Раз, два и три. Есть! Пожалуйста, стоп! У меня сейчас пальцы отцепят. Просто пальцы отцепят. У меня пальцы на руке моей, реальной руке, очень устали. А давай, за рукавчик. Ух ты, урод. Не цепляй. Давай. Нет, это рискованно. Это прям за миллиметр взял. За пиксель. Потом я раскачал. Вот. Оп. Что это? Это огромный, гигантский, неприлично гигантский галстук. И только если мы расшатаем вообще здесь все...
Есть! Да! Наконец-то! У камеры тоже в глазах помутнело, все расплылось. От просто от счастья. Всего-то час реального времени, час и 15 минут, если быть точным. Прошел, и мы продвинулись просто на пару метров вперед, я так считаю. Ладно. Я вижу здесь горка, которая нас в случае чего, в случае провала, вернет обратно. Скалолазание. Вот сейчас что-то похожее на скалолазание началось. Вот это вот что это? Пошла-то. Еще и врет нам игра. Прикиньте, она еще и подбрасывает фейковые держалки. Как я должен понимать, что из них фейк? Мне кажется, это настоящее. Спасибо. Оп! О! Как он боком только что стукнулся об бордюр. Я думаю, это было больно. Оп. Настоящее. Я так и знал, что ты зеленая врешь мне. А вот это зеленое. Нахрен! Вот, идеально. Короче, все зеленые — это ложь. Да, теперь нам нужно как-то за вот это зацепиться. О, нет. Сейчас, если я сейчас спрыгну, скорее всего, меня кинет на горку и назад. Ладно, это горка. Здесь мое очечко подражалось, скажу вам так. Оттого и страшно, потому что ты не знаешь, а когда нужно его снова напрягать. В какой момент падение уже не будет таким лайтовым? Ну стой, стой. Ну давай. Черт, они специально повесили ее вот так вот, да? Разрабы это специально сделал. Чтобы я прям так не мог дотянуться, что бы я ни делал. Ну я же зацепился. Мне ничего не остается, кроме как просто пытаться. Слушайте, упал, как будто рыбу выловили только что из моря. Да! Да! Тихо. Тихо. Осторожнее. Мы можем упасть в любой момент. Этого нельзя допустить. Все. Вот здесь тоже можем упасть. Надо держаться обеими руками. А, тихо. А. И что ты хочешь? Кажется, он хочет, чтобы мы раскачивались. Ой-ой-ой-ой-ой, это выглядит так ненадежно. Значит, двумя руками будет гораздо более цепко. Вон там ветка, вот красная ветка. Давай, еще разок. Но опять с первого раза получилось. Почему? В чем секрет? В чем секрет женских побед? Что за кораблик? Туда смерть вниз, значит, я туда не пойду. О, боже. Вот это да. Так, смотрите, он хочет, чтобы мы за ту мачту, это Рей называется, по-моему, да? А, тихо. О, даже не представляю, как мы это будем делать. О, тихо. Ладно, давайте посмотрим, просто посмотрим. Мы же не будем отпускать руки. Туда смерть. Мы цепляемся, смотрим. А, это горка. Вот дальше как раз-таки будет адовая смерть. Ни минуты покоя моим пальцам. Я очень устал уже держать эту штуку. О, как же может она швырнуть нас сейчас? Смотрите, по-моему, правильно что-то делаю. Главное, не раскрутиться так сильно, что потом не пасть низко. Это как на самом деле в шоу-бизнесе. Слишком популярным быть не стоит, я считаю. А вот когда карьера постепенно развивается, как у меня, вот это самый лучший путь. Потому что ты такой весь сильно не раскручиваешься. Поэтому низко и не падаешь. Вот такая вот история. Вот такая мораль. Но почему он так крутится сейчас? Все, брось. Подожди, мы можем заставлять его крутить этот штурвал, прикиньте. Смотрите, вот так. Вот так. Понятия не имею, что я сейчас пытаюсь вам показать. Вы должны поймать какой-то супер экстра баланс. Тихо, тихо. Вот это баланс. Я достиг совершенного равновесия. Слушайте, а может быть и так и надо? Мы такие раскручиваемся? Нет, 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 нет. Нам нужно раскрутить с самого верха. Оп. Вот. Я чувствую, что едет рядом. Да. Да. Сейчас. Поймать этот чертов момент. Черт, я же хорошо ухватился. Нет, нам нужно правой рукой. Так. Да блин. Душа ушла в пятки только что. Будет смешно, если окажется, что нам вот сюда. Я вот вижу что-то уже. Какой-то шар. А, возможно, кольцо висело на шарике. Поэтому ладно, сюда нам точно не нужно. Но я хотя бы убедился. Это было бы, конечно, очень смешно. Слушайте, может быть, все-таки у нас как-то получится. Ой-ой-ой, есть, страшно. Блин, страшно, но в то же время как будто бы и
Может быть, и нечего бояться. Может быть, я зря боюсь. Хорошо, давайте попробуем просто раскачаться. В какой-то момент, мне кажется, мы так раскачаемся, что... Мы окажемся наверху. Я просто этого не пробовал. А вдруг получится? И выше. И выше. И нет предела. Во! Слушайте. Вот так. Ну что ж. Раз. Два. О! Три. Что это за шарики такие? Ой, чувствую что-то опасное. Ладно. Не раскачиваются. Это шатающиеся шарики. Качающиеся шатающиеся шарики. Ой, блин. Надо чуть-чуть повыше. Вот так. Мы можем раскачаться на них. Хотя, в принципе, не так страшно, как выглядело изначально. И не такой большой участок игры. Так что мы сейчас уже пойдем обратно на удобную палку. О! Так, вот здесь мы можем упасть. Есть! Слушайте, по-моему, нам нужно наверх. Во! Даже мощнее, чем когда пробел жму. Что? Почему я сорвался в тот раз? Непонятно. Слушайте, провод. Я не знаю. Ладно, провод окей. Налево или направо? Куда надо? Там кроссовки. Мне нужны эти кроссовки? Так, мы за них зацепились. Ладно, я не буду висеть на них. Если игра хочет это сделать для меня. Она, мне кажется, пытается меня затроллить, чтобы я зацепился за них, повис на них и упал. Смотрите, балка, я, по-моему, в правильную сторону иду. Она расшатывается. Пожалуйста, быстро, быстро, быстро. Все, баланс идеальный. Так, сдается мне, здесь нам придется тоже действовать быстро. Хорошо, раз, два, три. Че ты от меня хочешь? Нам нужно так сильно раскачать эту штуку, чтобы дотянуться до якоря. Возможно, мы можем это сделать, опять же, дергая нашим телом. Ниже. Надо вот здесь повиснуть. Ой! Чуть пальцы не расслабил. Ладно. У меня есть еще одна идейка. Может быть, мы можем ее вот так раскачать? Влево. Вправо. Вот. Я чувствую себя таким, таким сильным. Ты словно One Punch Man на одной из своих стандартных тренировок. Сейчас полезли. Ну-ка. А? О, нет! Какая собака на меня гавкает там. Ладно, это хорошая возможность посмотреть, что было бы, если мы поползли налево. Но мне не хотелось проверять это уже, потому что мне нравилось ползти вверх. Мне не нравится все это. Ладно, благо я здесь ненадолго застрял. Сейчас мы просто раскачаемся и зацепимся. Осторожно. Осторожно. Какие же цепкие пальчики у нас. Отлично, 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 отлично. Так, ну раз мы здесь уже поняли, как нужно действовать. Раз, два... Слушай, по-моему, эта часть оказалась и не такой сложной, как я себе представлял изначально. У страха глаза велики, вот что я понял. Раз, два, и вот сейчас мы зацепимся, и никаких проблем, и никаких абсолютно. Все-таки давайте посмотрим, что там справа. А, скользко, скользко. Ничего! Как-то так я интуитивно выбрал правильный путь. Не знаю почему. Интересно, может быть, потому что звук отсюда идет? Эта балка все еще раскачивается. Стоп, 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 стоп. Она решила не давать мне возможности зацепиться. Но сейчас такая возможность есть! Ладно. Давай, Сайтама, сделай это еще раз. Пошли! 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 Терпим! Нет. Хорошо, у нас только один шанс на самом деле. Поползли. Поползли. Давай. Да. Да. Отлично. Мне нужен новый чекпоинт, и я буду королем. По-моему, здесь можно зацепиться. Ладно, можно. Да, она точно хочет, чтобы мы вниз, да? Вот, кустик. Это чекпоинт. Есть. Волна удовлетворения. Прямо вот здесь, внутри. Всплывается, растекается, как и вот эти волны.
повсюду, во все стороны. Я надеюсь, что вы тоже кайфанули, друзья. Спасибо большое, что смотрели. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обнимашки давайте. Если обняли монитор, то ставьте лайк. Потому что, считай, меня обняли. С вами был Юджин. И всем пять!